Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stick War Legacy. У нас две новые миссии. Давай смотреть. Ну и, конечно же, проходить. Ну давай, давай, прогружайся. Так, и это у нас 289 и 290, собственно, персоны. Давай смотреть. Уничтожить статую врага. Берем сразу же уровень сложности невозможный. 7 очков всего-то лишь. Блин, ну и что, получается, у меня только лишь один мечник будет прокачан, и даже немножко не хватило. Блин, раз, два, три. У него сразу 4 добытчика выходит, а у меня всего лишь 2. Нормально, ребят, это разве справедливо? Плюс у него они в костяной броне, как ты видишь. О-о-о-о, побежал уже. Слушай, ну дело... Что? Еще и зомби, ко всему прочему. Еще и зомби. Офигеть. Офигеть. Так, блин, и мечники. Короче, тут, наверное, его... Офигели зомби-то идут, а? Странно. То есть тут получается смесь, да? Зомби будут идти. Плюс у него еще будет основное прикрытие. Я надеюсь, эти охламоны, когда умирают, не будут превращаться в этих... В зомбаре, а то они любят такое практиковать. Опа-на. Так, ну смотри, урон у них не очень большой. 12-15, я смотрю. Лишь бы только не было еще лучников. А то он может и их позвать. Так, смотри, раз, два, три. Да ладно. Вот тебе и лучники. Так, сколько у меня? Раз, два, три, четыре. Шесть, семь. 8, мало. Неужели он побежит на меня сейчас? Ну, зомби-то понятно, зомби побегут однозначно. А вот основная его армия согласится ли пойти? Сколько там у него? Фига, уже 3 лукаря, вы серьезно? В атаку нафиг. Точно, они ребята, восстают. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. Блин, мы сейчас можем тут с тобой очень... Круто встрять, на самом деле. Пока разбираем. Ты посмотри, они до сих пор этого еще не уничтожили. А он, смотри, он вызывает и вызывает. Ты серьезно, блин? У меня уже никого не осталось, прикинь. Вот это да, друзья. Сейчас посмотрим кое-что. Давай, 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 лучники, ну. Погнали, пора выбегать нам. А-а-а, успею ли я? Вот в чем проблема-то. Да нет, конечно. Фига себе. Что будем делать? А что ты мне прикажешь сейчас сделать здесь? Капитонов я брать не буду, это однозначно. Так, знаешь что, давай-ка мы, наверное, будем делать вот так вот. Давай, беги, относи. Может быть, сразу бомбить? Давай-ка я попробую, наверное, сразу буду уничтожать вот эти вот ворота. Не давай тем самым возможности ему скопиться там. Офигеть. Нет, я бы мог, знаешь, что сделать? Я бы мог, наверное, поставить точно усиленную атаку. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Погнали. Давай, 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 давай. Уничтожаем этих охламонов всех. Что-то я не понял. А, тут еще и эти становятся зомбарями.
Смотри, 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 что происходит. Смотри, что происходит. Так, отходим, короче. И опять в атаку, ребят. Я еще вот так вот сделаю. Молнии, короче, немножко тут повызывал. Ломайте тогда статую ему, а фиг ли делать еще. Пускай он там со своим подкреплением или что он там делает, я не знаю. Мы вот так еще сделаем. Пускай, пускай, пускай их молнии бомбят. Все, что ли, молнии кранты? Да ладно, быть такого не может. Так, кто там плюется, кто там... Да уничтожь ты, господи, этого хламона-то. Он сейчас, правда, в зомби превратится опять, насколько я понимаю, да? О, это прям, блин, это прям сложно, ребят. Да ты заколебал, ну серьезно, ну. Короче, давай, побежим все. Бегите в замок, в конце концов. Пускай они пока тут расстреливают этих всех. Ой-ой-ой-ой, пора, 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 друзья. Успею ли я выйти? Ну, блин, мне некого больше выставить, ты прикинь. Блин, ну неужели вот этого вызывать? Пипец. Трындец, просто трындец, друзья. Вот это вот. А я не знаю, что тогда тут делать. Я просто не знаю. Да ну, фигня все это полная. Полная фигня, ребята. Если только как-то, я не знаю, ускорить по-быстренькому их. Или что? Или что тут вообще, как вот? Жесть. Ладно, попробуем армию наклепать. Офигеть, я столько времени не тратился, ребят. И теперь пришлось просто потратить практически все. Все, что у меня было нажито непосильным трудом. Несмотря на то, что, ребята, у него костяная броня. Как это, вшивая костяная броня. И извини меня, моя броня. Практически, ну не практически, она топовая. И я не могу с ними справиться. Смех, да и только. Слушай, а если великана вызвать? А поможет ли мне великан-то этот? Не факт. Все, они проломали, ребята. Да как где? Вон она вышла.
Давай, заколбашивай их там всех. Слушай, ну пока вроде бы нормально, ребят, идем. Ну это пока. Медик то, что хиляет, это очень хорошо. Это очень нам даже кстати. А вот если бы я тогда бы не потратил бы вот всю атаку, мы бы сейчас бы их еще в два раза быстрее бы разнесли. Хорошо, что медик отхиливает. Такс, в защиту пойдем. Пускай он там своих этих охламонов вызывает. Мы сейчас быстренько тут с тобой армию наклепаем. Он типа стоит, да, ждет, когда мы тут. Этот ползет там, не знаю, на чем он там держится. На соплях каких-то у него позвоночник. Сейчас. Сейчас мой медик еще захиляет их всех. Они будут у меня целенькими, здоровенькими, крепенькими. Как никогда. И вот сейчас мы их будем тут. Вот сейчас мы их будем действительно рвать, ребят. Просто разносим их в хлам, в щепки. И зомби, которые там воскрешаются, это, ребят, для нас ерунда. Правильно. Всех этих добытчиков в хлам, ребята, только в хлам. Медик, ты хоть кого-нибудь там хиляешь у меня, а? Молодцы. Так, ну, остается там совсем немножечко. Сейчас разнесем. Все, ребята. Да, отраты были просто огромные. Но, тем не менее, прошли. Так, ребятульки, ну что? 289-ю миссию с горем пополам я прошел. А вот что дальше будет? Дожить до заката. Ну, давай попробуем дожить до заката. Ну, тут хотя бы 11 очков улучшений дали. Прокачиваем, естественно, наших мечников. И тут уже хватит немножко на наших добытчиков. И все. Большего, как говорится, нету. Так, вызываем, наверное, еще двух. Так, раз, два, три. О, слушай, ну, дали, ребята, но не то, что надо. А вот это вообще что такое? Блин, это же статуя, она защищает лазерами. Нафиг я вот сейчас... Ну зачем я сейчас это испробовал, блин? Ай, дурила деревянная, а. Так, смотрим. Ну, похоже, не зомби, похоже, будут чисто войска. Да? А какие? Пока не вижу. Пока... Опа-на... С такими серпами бегут чувачки. Так, ну пока три рядовых на меня отправили. Я думаю, что они сейчас быстренько у меня всхлопочат. Блин, будем знать, что вот это защищает башня. Стреляет лазерами из глаз. Да какой ты под мой... Этот, не надо. Блин, смотри-ка, они... Я думал, будет намного быстрее. Нифига себе, втроем они тут практически... Раз, два, три... Блин, нанесли урон колоссальный. Втроем. Ну, слушай, постройка зато идет моментальная у моих юнитов. То есть мы, оп, и они уже делаются. Вот так вот. Опа, раз, два, три. Пятерочка бежит теперь. Теперь их бежит пятерочка. Знаешь что, мне надо, наверное, пару добытчиков еще заказать. По-моему, сейчас будут первые трупы, ребята, с моей стороны. Да, двое, как ты видишь, полегли на поле. Нифига не радостно от этого. Так, ну что, опять пятеро, пока никаких новых нету. Вот они бегут на меня все тут довольные. А я потихонечку от них обороняюсь.
Помаленечку. Естественно, у меня большой перевес в этом плане. Угу. Жалко, что юниты сами по себе, вот когда стоят на отдыхе, они не могут восстанавливать хп. Вот это не продумано, конечно. Хотя, с другой стороны, как ты будешь сам себе восстанавливать здоровье, если ты не медик? Так, а тут-то сколько вас? Так, там четверо и тут трое. То есть, получается, семеро. Семеро одного не ждут, верно? Ну, мы-то уже все, ребята, у нас фулл армия, так что мы можем, наверное... отправляться к нему туда, на его территорию, и там просто будем стоять. Будем просто стоять и контролировать. Я думаю, что это будет вообще топчик. Вот здесь вот встанем, как мы это обычно делаем, и чтобы никто просто не прошел. Да, так будет, наверное, самый смак. Фига, они все-таки завалили, мне тоже двоих еще. Ну да, видно, видно, ребята, что мы некоторые потери несем. До заката, говорит, дожить. Если здесь будут только вот эти хламоны с серпами, то это ерунда на самом деле. А вот если какие-то помощнее пойдут, то тогда-то... Тогда-то стоит репу почесать. Да, жду, я на изготовке, друзья. Никого пока с их стороны нету. Угу. Давай, 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 давай. В мясорубку перемалываем их. Перемалываем. Тем не менее, пятерых они мне ушатали, а? Ты посмотри. Раз, два, три. Тут почему-то показано три, а по количеству показывало их пять. Но солнце еще высоко. Я думаю, где-то поединка два, наверное, мы еще... увидим, столкнемся. Ну хорошо. Да нет, ребят, тут армия косарей, поэтому. Ну смотри, смотри, как. Смотри, как у меня уменьшается, ребят. Десяток полегло. Десяток полегло, и не забывай, что здесь раз, два, три, где-то четверо подранены. То есть на следующей волне... Опа, на, это что там? Кучу и Астериус чего-то там вдвоем против меня пойдут кто-то. Это кто же там такие? Какой еще Куча и Астериус? А, это мне дали их. А зачем? Можно вопрос? Сейчас что-то будет глобальное? Я ничего тут глобального, ребята, не вижу. Но, тем не менее, все равно они подкашивают моих бойцов. Но и это еще не все, блин. Давай, давай, давай. Это наверное, последние были, да? Ты посмотри. Их что сегодня прорвало, что ли? Я не пойму. Опа. Сиклибирс, герой пришел, короче, написано было. Это вот это, я так понимаю, да? И все? Да, ребят. Намного его не хватило. Ну а мы с вами заработали еще и сундучок, ко всему прочему. Так, друзья, 290-я миссия у нас пройдена, и я хочу забрать свой сундук. Сколько бы я раз его не забирал, столько раз я надеюсь, что все-таки выпадет мне когда-нибудь хорошая броня. Когда-нибудь, может быть, и откроется, да? Когда-нибудь. Но явно не сегодня это будет. Что нам сегодня? Так, кристаллы. Меч, молния. И опять же на капитонов. Близко, но
в то же время очень далеко. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.